Севастопольские пиротехники МЧС обезвредили 14 авиабомб времен Великой Отечественной. Весь снарядов достигал полутонны. Самая крупная бомба была найдена в районе Маккензийского лесничества. Там же располагалась еще одна значительно более легкая, 50 килограммов. Оба снаряда не подлежали транспортировке и были обезврежены на месте. Ликвидаторы уложились в 3 часа, хотя действовать пришлось особенно внимательно из-за близости линии электропередач. Остальные бомбы вторая группа спасателей вывезла на полигон в районе села Хмельницкое, где и провела подрыв. Сотрудники МЧС в ходе операции действовали совместно с полицией и дорожной инспекцией. Нынешний год побил все рекорды относительно обнаружения взрывных устройств. На сегодняшний день спасатели нашли свыше 4000 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Все они были успешно обезврежены. Обнаруженные авиабомбы использовались для уничтожения живой силы, бронетехники противника, разрушения полевых сооружений, а также различного рода зданий и сооружений гражданского назначения.